Вчера мы, конечно, в лес не пошли, потому что был дождь. Ну, даже сейчас видно, что асфальт немножко мокрый. Ну, на улице так вот я открыла окошко, прохладненько. Но вы гляньте, как у нас распускаются резко распускаются листва. Ну, я думаю, что сегодня мы попадем все-таки в лес. Кстати, я вчера, не знаю, как получилось, снимала магнолию. И почему-то у меня этого видео нет. Куда оно делось, не знаю. Но это не беда. Сегодня мы все равно пойдем на прогулку. Я, конечно же, вам покажу. Может быть, даже сегодня она еще больше распустилась. Вчера она не очень была такая раскрытая. Но посмотрим. Потому что вот за ночь, буквально за ночь, даже береза и та выпустила свои листики. Была такая сухая-сухая ветка. И сейчас прям вся зелененькая. Вот, пожалуйста, вот такая вот уже березка. Ну, а этот клен меньше, конечно, распустился, но ничего. Солнышко свое дело делает. Смотрите, какое у нас красивое небушко. В общем, погодка шикарненькая. Мои розочки красавицы. Ой, там что-то гудит на улице. Непонятно что, но что-то гудит. Наверное, это машина, которая убирает. Вот эти уже прям, ну, молодцы, молодцы. Оживают. А то прям совсем было плохо с ними. Ну, вот, все хорошо. Здесь листики. Все живенько. Но розочки шикарные. Славик знает, чем меня удивить, чем меня обрадовать. Когда-то, я помню, у меня был день рождения, мы только начинали встречаться. Вот, и Славочка мне купил огромный-огромный букет роз. Но цвет был такой необычный цвет. Он такой был и не красный, и не розовый, какой-то алый такой. Ну, в общем, красивые розы. Я вообще... Он еще тогда, он, ну, знаете как, с деньгами же не очень, на подарки все потратил и ехал в общественном транспорте. Он говорит, на меня, говорит, так все смотрели на эти цветы, так все смотрели. Ну вот, как-то так. В общем, день рождения у нас прошел тихо, спокойно. Я не знаю почему, но как-то вот я, когда день рождения, раньше, когда была по молодости, нравилось там как-то отмечать все. А сейчас стараешься как бы побыстрее, этот праздник прошел и Славик кричит мне, что у меня уже там закипел чайник. Вот, праздник прошел и все. Да, заливай. Вот, и слава Богу, потому что как-то вот, ну, день рождения, знаете, кажется, что вот еще на год постарел, как-то так. Ну, и как же без нашей красавицы. Доброе утро! Иду, Славочка, иду! Сейчас знаешь, что вспомнила? Как ты мне дарил цветы, помнишь, как ты рассказывал, что ты шел в этом, ехал в автобусе и вез этот букет? И на тебя все смотрели. Ну, букет, конечно, был шикарный. Такой букет. Значит, они тогда в цветочном магазине, это я же работал в ресторане театральном, вот, и возле ресторана... Выключи свой этот... Все время забываю. Сейчас, все время забываю этот ресторан. Люкс. Люкс. Вот там был цветочный магазин. Таких букетов они получили всего два. А директор этого магазина пришла в подвал к Людке, кладовщице, ну, за продуктами. Я говорю, что так и так и так. Я говорю, у моей девушки сегодня день рождения, ей исполняется 15 лет. Вот, я хотел бы ей сделать подарок. А как раз сидела с магазина напротив, где были духи. Этот директор магазина сидит, говорит, Слава, мы получили такие рижские духи, говорит, Франция в отстой. Я говорю, а что? Она говорит, называется консуэла. Я говорю, сколько стоит? Она говорит, ну я не знаю, дорого это для тебя. Я говорю, для меня это не имеет значения, дорого, недорого. Ну, можете представить себе, что клима стоили 25 рублей, а консуэла 27. Тогда 27 духи для, ну это 76-й год. Да, это апрель месяц, 76-й год. Вот для
Советского Союза, это была очень дорогая цена. И мы, они взяли продукты, я иду к ним, вот, заходим в магазин, я покупаю духи Консуэла и через дорогу перехожу, покупаю этот букет роз. Я сам был в шоке. Почему? Я очень много видел цветов, но таких я не видел. То есть это букет, это даже не алые, как сказать, вот какой-то вот такой розовый таракотовый. Таракотовый, точно, вот, я говорю алый и не алый, нет, и не розовый, нет, таракотовый, да-да. Нежный, причем бутон большой, не то что маленький, а бутон большой, запах просто бомбический. Ну и я купил этот букет и доехал до кинотеатра «Москва», там был круг первого автобуса, который шел на основу, вот. Я сел, а мне сразу, я говорю, нет, я буду, говорю, автобус будет битком набитый, я буду стоять возле водителя, это палка, которая закрывала от водителя, вот, чтобы мне этот букет не помять. Вот, не помять. И все заходили в автобус, все были в шоке. Тоже такого, я тоже была в шоке. Такого никто не... Ну, что можно было для любимой девушки? Спасибо. Для нее ничего не спасибо. Так, все, я пью кофеек. Славик тут мне уже немножечко даже налил водички, но сейчас я добавлю. Пью свой такой огромная у меня чашечка кофе с молочком. Естественно, без сахара. И обожаю вот такие сырочки. Это глазированные сырки. И, ну, из всех, которые сейчас продают, мне эти нравятся больше всего. Ну вот, как-то так. Такое у нас утро. Ну, начинается наше утро, как вы знаете, всегда с новостей. Смотрим, какие новости. Ну, Харьков и не оставили и этой ночью, и Харьковскую область. Знаете, как какой-то просто террор на город. Ну, а так в основном, если бы не война, вообще бы все было замечательно. Погодка уже хорошая. Я сегодня, вы знаете, прочитала и даже немножко и удивилась, и обрадовалась. В общем, все вместе. В Ужгороде рядом с сакурами высадили пальмы. Представляете? Высадили пальмы. Настолько меняется климат. Ну, там, в принципе, всегда тепло. Мы когда-то отдыхали со Славочкой. Это было в первых числах января, наверное, на Рождество, вот так вот где-то мы поехали на 2 недели в Трусковец. И у нас была экскурсия в Ужгород, и я хочу сказать, что там действительно тепло, там и виноградники хорошо воспевают, там много вина делают из этого винограда. Там как бы тепло, потому что в Трусковце как бы немножечко было похолоднее. Но настолько, чтобы уже пальмы высаживать, ну это, конечно, уже, да, климат меняется, все в мире меняется. Но главное, чтобы все это менялось в лучшую сторону. Мы уже в лесу решили сегодня с палками прогуляться. И я сегодня иду и говорю, ой, а мы не видели, что здесь березовая роща. Вот она, уже березки распустились. Мы и не видели этого. Вот там он дальше. Ребята прямо в лесу балдеют. Вот. Костерчик разожгли. Ну, а мы тут решили погулять. Знаете, сошли в лес. И что я могу сказать? Значит, воздух такой, что просто аж задыхаешься от этого воздуха. Настолько классно. Вот. Славик вперед побежал. Говорит, я задыхаюсь. А сам бегом бежит. Я смотрю, сегодня здесь в лесу много людей. Ну, тепло, очень тепло. Люди, кто в парке возле мангалова, кто прямо здесь обосновался. И так это небольшими группками. Ну, конечно, могу сказать, лес оживает, распускаются деревья,
О, прямо красота. Я могу сказать, что лес сухой. Влажности абсолютно никакой я не ощущаю. Ну, а люди... Очень много людей в лесу. Да, я говорю, группки, пикники. Да. Смотрите, как все это красота. Машины все едут и едут в лес. Тут одни пикники вокруг. А тут вот нашла я, смотрите, шалашик. Наверное, детвора делала шалаш. Вот такой. Сейчас вам, если увидите, покажу. Там и машины стоят, и целая такая группка на пикничок пришли. Постараюсь сейчас приблизить. Я что-то еще с палками, так что не очень удобно. Славик меня зовет, давай, говорит, хватит снимать, идем, идем, идем. А я просто тут растерялась, такая красота. А когда еще больше будет зелени, ой, наверное, вот так, то слишком приблизила. А будет еще больше зелени, вообще будет супер. Ну. Хватит полыни. Хватит полыни. Это он кричит на... кричит на меня, что я останавливаюсь. Ну все, идем дальше. У нас первая преграда, упало деревце. Но небольшое. Я думала, Славик говорит, там сосна упала. Ну, я смотрю так. Все равно распиливать надо. Ну, я понимаю, но я думала, прям совсем большое, оно такое. Тут мы переступим легко его. Вот так раз. И переступили. И пошли дальше. Нашли полянку уже с цветочками. Я не знаю, что это за цветочки, но уже есть. Какая красота! Пчелки летают. Сейчас попробую заснять вам и пчелку. Друженица. Улетела. Майский жук в Ирпене. Вот так. Не только в Молдавии. Не только в Кишиневе. Но и в Ирпене. Киев. Киевская область. Он что-то остановился. Полз и остановился. Аккуратненько. Живой. Зачем? Ой. Ты такой красивый? Смотри, какой он красивый. Аккуратненько. Но он же притворяется, что он не живой, понимаешь? Перевернется. Такой красавец. Вот такой порядок у нас наводит лесхозы. Вот, вот где... лежат миллионы, не гривен, миллионы долларов. Это все дрова, которые можно перемолоть, вот, добавить клей, сделать брикеты и топить. Какой уголь? Что копать? Вот, пожалуйста, лежит, гниет годами. Никто это ничего не убирает. Но самое главное в другом, что попробуйте приехать, и вот это все распилить, забрать. Вас объявят врагом народа. Вот так у нас, вот, пожалуйста, вот. Ну, везде, везде, столько да, много да, лежит, да. Лежит везде. Они, никому это не нужно. Вот спилить такие деревья, это другое дело. На доски пустить. Короткие такие денежки, короткие. А то, что вот почистить лес, ну, вот где-то так. Вот такой у нас Славунчик возмущается за правду, за справедливость. Ну, в конце концов, 30 лет Украине. Они уже все абсолютно вытащили, бизнес удавили. Попробуй сейчас зайди, скажи, дайте я вот это приеду, да, сейчас вот это все тут переработаю, поставлю установку, буду делать брикеты. Что? Откат? Сейчас. Фух, мы уже дома. Ну, немножко, конечно, подустали. Сейчас в душик по очереди. Ну, и тем не менее, все равно, молодцы мы, молодцы, что мы это сделали, что мы пошли, прогулялись. Немножко, как говорится, и спортом занялись. Я тут с вами разговариваю. Как вы думаете, кто здесь? Конечно же, Дэви. Вот, поэтому...
Прогулочка хорошая, уже все начинает цвести. Много деревьев, которые мы видели. Ну, я не все снимала, потому что, может быть, вам не интересно, но что-то показала. На этом наше видео сегодня заканчивается. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. Ну и, конечно же, кто может поддержать наш канал. Ссылочка на донатик ниже. Поэтому всем спасибо, всем благодарна. Жду от вас обратной связи. Пишите комментарии, всем буду отвечать.